такая вот она, наша церковь. Это вот крестильня там. Так уютненько здесь. Идешь в храм, хочется молчать. Мир какой. Особенно, когда нет никого. Ты остаешься один на один. Чем-то таким высоким. Такой вот трактирчик по дороге, как идешь из больницы прямо на трассе. Церковь наша старая, отреставрированная. Которые остались нетронутыми во время войны. Была колокольня разрушена, а церковь она так и простояла. Потом много лет в ней было все что угодно, кроме церкви. И в 2000-х годах все-таки реставрировали церковь, сделали ее вот в таком вот первоначальном виде. Здесь за церковью еще по улочке, там вот в частном секторе, текла речушка раньше. Я ее помню, выходили маленькая, когда в больницу меня водили родители. Вот тут вот постоянно весной было целый разлив под деревьями, очень много воды стояло. И она уходила. Вот
так вот в сторону залива и в залив. Но сейчас в некоторых местах такие лужи выступают, там в частном секторе. Но самой речушки уже нет. Закопали, видимо, их трубы где-то, в общем, спрятали. Тут что-то строится, пока не достроено. Дальше у нас РЭС за забором. Автомойку. Ее здесь раньше не было. И вот такой вот маркет, мини-маркет. Его тоже вот только недавно открыли. Причем картами можно расплачиваться. Мир, виза. У нас по Крыму в основном работает РНКБ-банк, очень развит. Картамир. Но я хочу сказать, он действительно сейчас так продвинулся. Как-нибудь, наверное, даже обзор выпущу. Это вот я картой Мир изначально пользовалась. Это они Просторы изначально назывались. Потом на Мир перешли, на систему. Они за пару лет достигли очень хорошего уровня. Здание строится. А что это будет? Не подскажете? Гостиница? Какая придорожная гостиница? Вот так. Домики строят. Так что будет где людям остановиться. Тут же кафешка есть. Да, удачное место, прямо на дороге. То есть люди могут останавливаться, отдыхать, кто сдалека едет. А с этой стороны у нас кафе Аризона. Славится своей пиццей. Суши там делают. Ну, в общем, кафе такое более-менее цивильное. Хотя дорогое. Напротив автостанции, допустим, там вот Диканка есть. Очень вкусно готовят и цены на порядок ниже. Ну, отсюда где-то 120 километров до Херсона. Также 120 километров до Симферополя в обратную сторону. Вот так вот мы расположены.